Это смена системы, ребята. Вы не знаете, о чем вы говорите. О чем речь идет? Вы не знаете, о чем вы говорите. Не один человек говорит. За смену системы выступают все политические партии. Кто? Правильно? Все политические партии. Это понятно, что вы будете сейчас. Я вам объясню. Единственная партия, которая за отмену налогов. Мы сейчас стоим за что? За снижение налогов. Правильно? Причем тут именно снижение? Мы здесь находимся совершенно в другой... Пожалуйста, сейчас телевидение снимаем. Как другой уровень? Подождите, какая другая уровень? Мы сейчас за земельный кодекс, мы не за снижение. Вообще за снижение налогов. Все правильно. Правильно. Правильно? Позвольте, в чем вы пришли? А вы что пришли? Не дать возможность поднять ставки на аренды на земле. Потому что это ударит по нашему бизнесу, потому что поднимут аренды, и все идет. О чем вы говорите, партия? Мы сейчас и наше движение. Мы сейчас самое, о снижении ставок. И это такая же акция, как ваша, так и наша. Если мы будем сейчас разъединяться, и каждый будет ходить, каждый за свое, кто-то за один налог, кто-то за другой налог, третий придет за другой вопрос, то мы ничего не добьемся. Поэтому мы считаем, нет, еще не закончим. Поэтому мы считаем. Не снимайте меня, пожалуйста, я выпью сейчас камеру. Спокойно, женщина, не бегай. Если вы чего-то поймете, вы не делайте себе, пожалуйста, рекламу. Мы не делаем. Если вы хотите бороться за снятие налогов, значит, надо было сделать рекламу, не перебивайте. Надо было сделать рекламу перед тем, как вас выбирали. Не снимайте, пожалуйста, я сказала. Почему? Так отвернитесь. Потому что я не хочу. Надо было выбрать вас в депутаты, кого-нибудь, стоять на связи и бороться. Надо было выбрать, правильно. А что же вы не выбрали? Непонятно. Непонятно. Не лезьте ко мне. Балаклаву одевайте. Я ее не снимаю. Балаклаву. Не делайте от себе рекламы. Мы не делаем себе рекламу. Забирайтесь спокойно с мы так же боремся, как и вы. Если мы просто будем... Я последний раз говорю. Да, вы не кричите. Потому что вам говорите, а вы стоите, как и было молчал. Ну так нападайте на них. А чего вы на меня нападаете? Зачем снимаете? Почему вы на них не нападаете? На них так. Нападайте на них. Вы на Майдане были когда-нибудь? Вы не знаете, там было? Было. Почему вы на них не нападаете? Почему вы снимаете? Я еще раз говорю. Я вас не снимаю. Я запрещаю снимать. Я их снимаю. Вот там вот отведите, снимайте. Я посмотрю, как вы там будете нападать. Вот на них. Повторяю, выпью этот... Так я вас не снимаю. Я вас разве снимаю? Я еще раз повторяю, не снимайте. Не нравится? Одевай балаклаву. Я еще. А балаклаву? Тебе, сука, показать, где балаклава? Где моя дочь? Я тебе сейчас покажу, где балаклава. Ну, не было недоразумения. Фактическое движение, да, есть. Фактическое движение на все налоги. Но у нас такие же самые деревни, как и у вас. Вы не сейчас, вы принимаете. Кто заинтересован в этом? Вы сейчас слышите за что, чтобы не мотяли на налоги. У нас такая же самая цель. Я считаю, что надо объединяться на той же цели. Если дальше будет выходить по своим проблемам, мы ничего не решим, потому что проблема у нас одна, все. Это проблема налогов и налогов. Если вы этого не поймете, мы ничего не добьемся. Пока мы вместе, мы сила. Если мы каждый будем выходить, а каждый будет за деньги украсить что-то, мы ничего не добьемся. Пока вы этого не поймете, мы ничего не добьемся. А? Thank you.
Давай, 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 давай